Сейчас, ребят, все переименовываю я. Сейчас, ребят, моя цель — бросить курить. К ней ведут три дороги, но по какой бы... Вот ты, бля, даешь. Ты очень громкий, чтобы курить бросить. Все, Twitch поднимается, отлично. Ну что, за тиранчиков размяться, как обычно. Алима-лига, все закончилось. Остался Starline, ребята. ТВТ. Блин, ТВТ вообще не играл. Ну, посмотрим. ТВТ сейчас, честно говоря, ну, как-то сейфово тяжело начать, в общем, блин. Мне кажется, это очень опасный момент такой. Барак криво ста... А, здесь можно реактор будет запилить. Так, вместо бошки. Ну, это не очень рад расклад так реактор пилить. Я уже объяснял, почему там неудобно выходить. Юнитом будет. Улучшение завершено.
Да что ты будешь делать-то, ё-моё, чё он не садится-то? А, он, ё-моё. Кривой-то! Кривой. I'm кривой. Обосрался. Жиденько. Пристрой. На ТВТ надо потрениться хотя бы чуть-чуть играть, пока совсем что-то смотрю провально. А, хоть сейчас ТЦ-шка доделает все нормально. Короче, заново начинаем. Здесь я что-то криво все сделал. Так, ладно, не будем сейчас. Не с кликами заниматься, сыграем еще игру просто. Нельзя так криперы терять. ТВТ, то есть это на любом уровне провал. Так, а стрим-то идет. Чалик, не бухти. Там кто-то ходит, наверное. Что случилось, я чуть не понял. Так, мне что-то с Европе выкинуло и не зайти, ребят. У кого-нибудь есть такие косяки, может быть, еще? Так, перезайдем в StarCraft. Попробуем. Что-то не то здесь.
зашло, и что-то... Что-то со звуком не то было. Нет, все нормально вроде со звуком. Так, я чуть не понял вообще. А, это я за основной свой аккаунт зашел. Ну давайте за основной попробуем сыграть. За протусов тогда, что тут говорить. Так, уведомления начали приходить. Неужели на мыло? Не приходило до этого ни хрена вообще. Так, Mio Nice Try, тиранчик какой-то попадается, ну поехали. Сейчас посмотрим, сколько на основном аккаунте мне что тут дадут. Тут рейтинг был высокий в прошлый раз. Наверное, здесь сильных чувачков дают. Через разведку буду играть. Газ поздний, это не рипер, соответственно, будет. Ну,
пробку я отдал мастерски просто сейчас. Один раз критиковал, помню, кого-то, а сам так же сделал сейчас. Мог бы уже донести, в принципе, на мейн этот минеральчик рабочий спокойно. Я здесь, среди теней. Да свершится правосудие. Хрень. На наши зомби напали. Я здесь, среди теней. Уйди. Что-то на все про все вообще не хватает, нифига. Признаюсь честно. Разработка завершена. Месторождение минералов и следующее.
войска вступили в бой. Так, два сталкера разменены на... Ну тут изич. Пока что. Сейчас будет более жестких, видимо, давать.
Опа, пришел Диман, походу, пришел вроток. Сейчас будем 3 на 3 лепиться, ё-моё. Сейчас переименуем. Ну что, полтора часика есть, успеем поиграть немножечко. Короче, ребят, не буду начинать, чтобы сразу стартовать, хотя, может быть, еще игру по одну успел бы сыграть, но все ждут, и я, пожалуй, подожду, Димага ждет здесь. Короче, сейчас будем играть 3 на 3 с Димагой и братком, думаю, будет интересно это все дело до Старлайна. Ну, я думаю, что можно, в принципе, почаще это делать. Так, все, я здесь, ребят. Хотел спросить, Димага в Венерах ждет или браток? Димага в финале Венеров, а браток в суперфинале, короче. Хотя финала Венеров еще пока не было. Вот.
Так, да, надо не рейтинговую искать. Опа, звонок идет. Алло. Алло, привет, Серега. Здорово, Дим, здорово. Паша. Как слышно? Да, нормально, все, даже громко. Даже громко. Я могу, в принципе, и тише сделать. Я так просто с радости давно тебя не слышал. Ну да, слушай, давно так не разговаривали голосом. Этот да. Паша кушает еще, да? Ну да, он минут 10 написал еще назад, даже больше уже. Что типа идет покушает. Ну, можно пока что. Я заодно тоже стримчик запущу на Твиче. Давай. Так, ребят, да. Скажите, какая громкость у Димы и у меня, чтобы как бы мне как-то поднастроить. Сейчас вот потише сделал немножко. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Ну все вроде должно работать. Так, убавил уже, ребят. Сейчас скажите, как. Вот. Думаю, что... Раз, два, три, четыре. Тест. Один, два, три. Еще тише. Ладно, сейчас сделаем еще тише немножечко. Давай. Так, еще убавил, я думаю, сейчас получше будет. Думаю, вот. Нормально должно быть, да. Ну да, у меня, может, микрофон далеко, не знаю. Вот. Так, что-то Пашку-то исчез. Куда он исчез? Не знаю. Пока что, да, его не видно. Из группы пропал. Вот. Так, есть вроде. А, так, тогда. Ждем. А ты сегодня еще будет какой-то, да, стримчик там после этого на 19:00? Да, Стримлайн. Там Starline, вот этот челлендж. Вот. Пока что сейчас отыграют все. Вот, все равно сейчас этот же конкурс на ГГ надо что-то стримить просто, да. Да и собирался Starline постримить, что там, молодых поддержать немножко. Все-таки, ну. Правильно. Есть такой момент. Надо. Полезное дело. Я что-то не участвовал в этом Starline, как-то не получилось у меня квалификации, там в этот ВЭСК был, потом я приехал только там. А потом, оказывается, этот челленджер был для всех вроде как, да, а я подумал, что не для всех. Ну да, там как-то пацаны запилили вообще для молодых до 18, к челленджеру отборочный еще, я там пару раз стримил, и челленджер там все просто по отборочным. Ну, прикольно, хоть как бы вроде и не, ну, диких призовов нет, но пусть тренятся, играют, что там как бы все. Ну, вот. В основное выходит, а там уже как-то в этот раз по фиксированным датам сделаем, чтобы никто там не разбегался. Ну да. Правильно. А ты сейчас тренируешься вообще? Да я вот с Пахой мы 2 на 2 последних, я не знаю, последнюю неделю так плотно подсели, мы там катнули топ-1 мира, взяли по поинтам вчера ночью. Не, ну тоже руки разминаются, в принципе, что. Да. Плюс мы тут с Пашей, короче, сенсивити эту, акселерацию убрали, так что уже без акселерации играем, знаешь. Привыкаем пока что. Но вроде уже очень неплохо уже. Хорошо чувствуется попадание. А в чем смысл, типа, так лучше, что ли, или что? Ну да, так, типа, лучше, так, как все профессионалы, знаешь, как там, Android. Ты тоже же, да, без акселерации вроде играешь? Не, с акселем. С акселем играешь, да? Не, наоборот, давно, как бы, не знаю. Но я помню, что у некоторых брал у них, но это вот больше как-то у кайсеров было, я помню, такая тема, чтобы там четко, знаешь, типа, как бы угол. Как надо прицеливаться. Четкий клик, да. Отвел, типа, как бы. Вот. Ну, у некоторых и в Старкрафте было. Ну, не знаю, как бы с какой стороны контроль, может, и лучше, да. Вот именно в самом бою, там не мультитаск, какая его. Вот. Да, но тут суть таковая, что в стрессовых ситуациях, типа, получается, с акселерацией можно промахиваться на более
ну, с большей вероятностью, скажем так, с акселерацией. Из-за того, что там нестабильный, получается, передвижение мышки. Ты если резко дергаешь, тем резче мышкой улетает, как бы, знаешь? Ну да, да, есть такое. Вот этот момент. Я как бы никогда над этим как бы не задумывался, но тут злоба у нас. Есть один такой человечек в чате, у братка нам, короче, прочитал лекцию, и мы решили, ну давай попробуем. Угу. Ну и действительно, как бы есть. Не, ну может быть, а так, просто я, ну, сейчас мало играю, то есть, видишь, как бы, что там, поиграешь денек, что-нибудь потом не играешь несколько дней, как бы, то есть, вроде как-то что-то, ну, понимаешь, что делать, исполнение это слабое в итоге, то есть, там все равно промахиваешь его сюда. Получается, что как бы, когда стабильнее тренишься, там, ну не знаю. Да, да, ну конечно, тут как? Нужно играть прям много. Да вообще, чтобы выиграть в StarCraft, нужно просто 24/7 как бы думать о StarCraft. Ну да. О, Паша появился. Мне нужно не просто много играть, а еще и хотеть играть, чтобы да. интересен процесс был. Как бы. Конечно, конечно. Да, может, можно тупо сидеть, как бы, а толку меньше будет когда-то. Ну, да, не, ну поэтому я сказал, нужно как бы жить StarCraft'ом, 24 часа в сутки общаться, да, да. думать о билдордерах, ну то есть Team House желательно. Ну да, я немножечко расшифровал просто. Короче, ребят, там... сейчас Пашу. Надо его в конфу добавить. Алло, алло, алло. Алло, о. Привет, Паш. Приветствую. Здорово. Так, сейчас, секунду. Чё, как, 3 на 3? Или 4 на 4? Или 5 на 5? Так, 3 на 3, наверное, чё, блин, как бы... Что быстрее искаться-то будет, наверное, 3 на 3. Всё, да. Запускаем? Поехали. Давай. Всем привет. Так. Все с Эмиратами, правильно? Или... Да, да, получается. Да, конечно. Там трайхард, все дела. Всё серьёзно, Надь. А ты стартанул, вот у меня вот тут это, matchmaking quiz are currently unavailable, please try again later, типа как баг. Давай еще раз. А это, мне кажется, мне нужно выйти со старика полностью, это у меня, я вообще ранки не видел, знаешь, даже один на один. И ну, сейчас? Давай. Перезайди давай. В аккаунт просто, я думаю, перезайти можно попробовать. Сейчас я перезайду быстренько. У меня, правда, баркод сейчас зайдет, потом перезайти нужно. Так, минутку подождите, пожалуйста. Так. Баркод, от кого скрываешься, Дима, признавайся. Да не, я на баркоде вообще не играл. Сегодня только две игры сыграл и все. На самом деле. Так, микрофон. Какие стратегии? Что будем выбирать? Мы сейчас будем фристайлить, аркадничать. Ну да, не, ну поначалу-то можно так, потом, может, посерьезнее пойдут ребята какие-нибудь. Хотя, не знаю, как-то тут с пацанами пробовал 3 на 3, и, ну, долгий поиск достаточно был. Да, потом ага. 4 на 4 даже как-то быстрее был, ну, может быть и так. О, нашло, пошло вроде, ну, то есть, пошло, не нашло, но пошло. Пошло, да-да-да. Уже хорошо. Ну да, посмотрим, как пойдет. Если будет действительно очень долго искать, тогда, тогда ну а, его. А, если, вообще. О, слушай. Нерзум 9 активировал премиум на ваш канал. Первые матчи. Ну что, ребят, опа, братва, ёма, бьется наша. Так, братва, тут нам стрелку забил. А чё я рандом, я не понял. Непонятно, ага. Да. А как так? Так, ну я знаю, я просто... Вообще, знаете, как я выбрал зерра? Я когда попадался... Играл за рандом, мне всегда зерк попадался, так что, видите, снова зерк. Норм. Так, хитрец. Ну, как по-другому. А, кстати, тут... Это не общая рампа, какая-то карта такая. А тут что за карта вообще, да, действительно. Я вообще не... А, где? А, вот, вижу у себя выход, нашел я. Я как-то сзади вас живу, с золотом, короче, здесь. Ко мне через центр. Где это? Золотом. Это. Прикольно. Я, короче, тогда сыграю, пожалуй, в золото. Ну да, вообще, золотом это приятно. Я так, тогда начну через агрессию потом. Батл крузеры там какие-нибудь. Агрессия, да? С одной базы там, да, как бы. Там все как всегда. Ну, конечно, что плохо будет, вообще... если ребята будут слушать. Не, ну могут, но...
Мы же профессионалы, должны с мапхаком выигрывать. А, так я упал, я смотрю, думаю, что-то бумаги не слышно, не видно оверлорда. Так я же за зеркал, что есть, там два оверлорда, Паша летит в разведку, сейчас все будет. Не все сразу просто. Сейчас, походу, будут меня прессовать. Запарили, что у меня никсусок. Же два протаса, правильно, да? Да, два протаса терм. Вообще изи. Ну, кстати, зергов нет. Попроще, наверное, немножечко будет. Главное, что у нас зерг есть, а все остальное мелочь. Зерги вообще порешают в этой игре. Старгейт. Ваши союзники вступили. Два адепта. А, это не мой, ё. А я, знаешь, контролирую. Мастер Вася с свитерами, представляешь? Ваши союзники вступили. Адепты. Тут два адепта, аккуратно. Да, вижу. Хороший. Да, опасно. Да свершится правосудие. Что-то я думал, там получше будет. Ни хрена себе ко мне пришло. Так, два сталкера у меня только пока есть. Вот так. Рипперы какая-то имба вообще тащит. Хорош, колбасим. Вы поняли, я зерг вообще тут сильнейший. База союзников подверглась. Ваши союзники вступили в бой. Ей, ко мне рака кажется. Ну ладно, я походу сейчас пока покатаюсь. Вот они читеры-то, а! Давай, прикроем. Хорош. Фига себе, два рафа. Что-то много, да. Ваши союзники вступили в бой. Радул активировал премиум на ваш канал. Как-то у меня с экономикой, ну ладно, я походу буду развиваться чуть-чуть попозже. Отсюда у меня тут. Я здесь, среди теней. Заметно, кто тащит, так что у меня скилл сам большой. Нет, рабочих не осталось. Я тут зергом вообще убиваю терна. А, хорош. Ладно, шучу. На тебя ресурсиков чуть подскинул. Ваши союзники вступили в бой. А Серег, все пошли. Все пошли? Я здесь. Ну двое, да, тады. Приказ получен. Прикольно, 4 марика, зато есть стимпанк. Ваши союзники вступили. Их компонит тут, Серега. Чуть больше. Сейчас попробую. Ё-моё, сколько оракулов Дим туретчику достраивает там. Что-то я иду, ну как-то медленно идет у меня. Я здесь. Блинка-то нет еще. Мне повесили на шею просто-напросто.
Че там, два протаса и оба в оракула? Вообще бессовестненько. Бедного зерга. Нищебля. Да, что-то мой зерг слабенький. Нормально, нормально. Я здесь, среди. Вон тащит. Ваши союзники вступили. База союзников подвергнулась нападению. Я здесь, среди теней. Нормально. Стабилизировалось вроде. У меня есть какая-то экономика. А никакая, да, есть. Ну, пока что живем, да? Да, вроде да. У меня-то так, более-менее, все вообще неплохо. У меня тоже все шикарно еще. Я понял. Дима, тебя на натурале. А, ну ладно. Да-да-да, я вижу, там еду. Просто они очень долго едут. Не, я имею в виду, у тебя на натурале, они не достроены порядка. Специально ли? Специально, да. Ну как в брудваре-то, знаешь, бункер не достраивать, если не атакуют, то отменять. Также нельзя. Нет, именно так. Место рождения минералов истощено. Армори не тоже специально не достроено. Ну, секретные тайминги. Секретные. Так, может сейчас напасть? Чуть-чуть. Окна, а там уже сами приходят, смотрите. Ну. Иду к тебе, Дим. Давай, у меня тут есть циклончики сейчас. Погнали, короче, щемить. Да. Ой, ни хрена там Керна вышла. Ой, осторожно, здесь слева снизу. На майн, правда, Эй, чё тут мы огребли? Дофига чё-то Керна. Да, и я тоже вижу. Ваши союзники вступили за союзников, подверглось нападению. Союзники вступили в место рождения меня. Разработка завершена. У меня тут вообще мой зерк подводит меня. Так, там мазеркор я потерял. Там слишком много я. Слишком дофига. Ох уж я. Ага, а чё мне в расу вообще не дали выбрать, я не понял. Всё раса виновата. Дождите, это не имбы, ни хрена эти тераны. Давайте сейчас что, ладно, это нормально. Парни сыграли. Ох, пока. А, тут что-то я не то натурил. Получается, мои риперы вообще не зашли здесь, как-то слишком близко по земле, а точнее наоборот, близко по воздуху. По земле надо оббегать, и как-то под адептов прям подошел вообще жестко. Ну это ладно, первая игра, раскликались, мы подались, как бы, парни. Вот, зерку, теперь все нормально. Все, вот теперь как бы играем серьезно. То есть. Да. Пускай теперь снайперят. Go. Так, ну какой мы будем челлендж-то делать? Топ в 3 на 3 в мире? Ну сегодня давай без челленджа. Не, сегодня да, я имею в виду, например, завтра или послезавтра. Посмотрим, а что у вас, можем... А что у вас были за челленджи? Топ 1 в 2 на 2 в мире. Ага, ну в 3 на 3 значит надо. Там есть топ, там есть топ-то вообще какой-нибудь. Ну, мне кажется, там не жесткий, топ, скорее всего, в 3 на 3. 2 на 2, хоть играют там. Ну, наверное, надо будет посмотреть, кстати, потому что. Если так будет хорошо искаться, то я думаю, нормально можно будет. Да-да, есть такой момент. Два протоса зерга. Кстати, эта карта лучше, здесь у нас вроде как общие проходы будут. Орбитал депот. Передай привет братку Димаге от пацанов с Урала.
Говорят, привет, привет. Привет, пацанам с Урала. Да. Всем, ребят, привет. Ой, я на золоте стартую. Да, привет всем, кто здесь смотрит везде, на всех стримах. Оп. О, ничего себе, братка золото, what the fuck. Какая-то другая нам Тима попадается, да? Да, да. Другие люди. Я не помню, а как это золото со старта? У одного из. Это вот, ну, это вот. Имба. Вообще, чит именно. Чит, да, чит, просто да. Чит. Тема прикольная. Я пойду вторую базу вот здесь тоже брать. А? А, нет, вторую базу. Правильно, буду перелетать. Блин, прикольно, только по земле, конечно, перекроется, а так. Так, Серега, ты где будешь базу брать? Ну, снизу, видимо, где-то придется. Здесь, наверное. Да. А просто видели, здесь еще вон золото наверху. Хотя я не знаю, там он далеко бежит. Я начну с адептов. Там как бы... Да, я снизу спешить вверху. Спешить не буду. Наверное. Вопросы со мной. Много линдов. Какое количество ресурсов, да? Центральный проход, причем, кстати, маленький. И камни. Это будет замес в центре, да, типа, получается? На моих камнях, да, либо на их камнях. Ты не разведаешь по мне, или ты специально там? Я хочу с адепты с плюс один попытаться что-нибудь там предпринять у них. База союзников. Значит, пробка. Блин, прям. Смотри, что это такое вообще? Опа, Тоня. Приноси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут трасс, лоу. Так, давайте сейчас я адепт построю. Санки нужны. Да-да, строю, правда, кривовато очень. Аккуратно, Лика. Перворожденные выстоят. Темпо. Давайте лингов шатать тут. Ваши союзники вступили в бой. Да, держите. Ваши союзники вступили в бой. А, ловочки, повернуло. Ну, я прав. Так, пробку сейчас подрезать попробуем. Я вообще не понимаю, что происходит в этой игре. Все, пробки там нету там. Что-то к нам бежит, да? Там линки бегут со скоростью. А, пилон упал мой, что ли, тут? А, я не заказал, походу. Я бы вообще в я в контратаку бегу, вы тут держитесь. Давай, мы здесь задефнем. Разработка завершена. Не забывайте, что там два протоса вроде, да? То есть, два протоса. О, нифига там линки, хорош. Там вообще халява там. Или что ты о чем? Я да, что ты забегаешь. Дерут против ваши нас. Союзники вступили в бой с нападением. А, тут все, они что-то все, вообще ничего у них нету, да? Ваши союзники вступили. Да, да, вообще нам. Ваши союзники вступили в бой. Дима, тебе линги надо потом переатакуешь, что ли? Не, я не видел, тут. Я там так, мы в атаке. Окей. Убиваем тут. Система поняла, что мы слабые игроки после проигрыша. Да, дала нам
Перворожденные выстоят! Ваши союзники вступили в бой. Это получше. Ну это вот своими расами сыграли здесь уже без поддавков, как бы. Сразу видно разницу. Это да. У карты, кстати, интересно, то что золото такое сразу. Прикольная тема. Да, неплохо. А 3 на 3, кстати, сейчас посмотрим, может быть рейтинг и есть. Да должен быть. Ну что ты? Есть, 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 да. Правда там у первых чуваков всего 173 очка. Ну то есть, мне кажется, совсем мало это. У них 32 победы, 3 поражения. А где ты смотришь что вообще? Сейчас, секунду, кину. На ранке ты смотрел? Да. Тим 3 на 3. Ладер. Сразу ссылки. А, это типа мастер лига вот в Европе есть, да? 173 поинта, 32 на 3 у них. 2 тера на зерк, да? Да. Это евро типа, да? Да. Ну это вообще как бы они в евро топ-1 и получается в мире. Все, вижу. Да. И вот мы в 2 на 2 как раз таки с Димагой. 2 на 2 вообще норм. Блин. Так, сейчас вам скину, пацаны. Так, ну чё, жмите поезд, ребят, кто в чатике есть, 3 на 3, может попадется кто. Да, поехали, конечно. Сейчас нас грохнут. Мне тут чувак в чате пишет, фотонить зерга мейн, это вин. Фотонил как могу, чел. Опа, команда. Лат. Да, два тера на зерг. Плохо. Кстати, у нас здесь вроде опять же, там два спуска, один, ну, для основной базы. Хорош. Вот раз, к сожалению, без золота. Тяжело, без золота не то, да? Уже как-то... К золоту быстро привыкаешь, я понял. Только тут... А, тут вообще на майне бас нету. О, проходняка же там. У меня тут чё же. Как вообще, чё, куда бежать-то? Где бас? Я... Справа так. Или слева? Нигде нету, да? Плохо. Везде какие-то проходные. Получается наверху тяжелее будет занимать, потому что там какие-то камни мешают. Ну, типа вот эти слева. Слева получается, да, все базы типа должны быть наши. Спаниться налево. Еще раз дотерано. Зерк. Окей. Даже не знаю, куда здесь бежать. А, сейчас все. Выиграй не всегда такие. Вот внутри вроде все открыто, то есть. Нормально, нифига себе. Керан один застроился. Что-то я не понял. Тут и Риппер. Давай, знаешь, какой-то Марик, непонятно. Турецко?
еще, да, рано, то вряд ли как-то у него. А я как раз. А ты верлорды по таймингу. А я как раз Dark Shines хотел ставить, блин. Придется блин делать. Фига у них там туреток вообще штеп. А, радарная, вот сенсор тауэр там. Это, конечно, сила. Ваши союзники вступили в бой. Вижу, Коми тут развлекается неплохо. Ваши союзники вступили в бой. Все, это развлекались. Среди теней. Тут я вижу и стенка у Терана. Шикарная, да. Проветривай. Ой-ой, нафиг гейта отменил. Залезай за меня. Здорово. Нет, не я там подставился. Планетарка, неплохо. Там в мейне планетарка, я так понимаю, да? Ну понял, что уже все плохо. Решил отбиться. Ну это нормально вообще. Так, здесь минка есть. Где сталкеры мои? Ну ладно, уже не важно. Привет всем, ребят. Неплохо, привет. Неплохо. Надо, короче, агитировать всех, когда народ будет, чтобы все катали, чтобы был заруба жесткая была. Не, ну первая игра была бы жесткая заруба, если бы я не... Кстати, ну мне кажется, у меня какой-то баг был, мне не высветилось. Раса. Мне просто Паша расу всунул свою, и все. Я лоббирую тиранов. Ребята, все присоединяйтесь, играйте за тиранов. Хорошая раса. Привет, всем привет, привет. Просто. Так, все, окей. У вас Good Game нормально грузит? Good game, сейчас да. Проверим. У меня что-то чат, вот, например, по Серегу у тебя вообще не загружается. Да. Ну это у меня, да. Может быть что-то с интернетом, я не знаю. Хотя я даже сейчас попробую без стрима. Попробую открыть что? Еще одну мак. Нет. Не, ну мой прогружается у меня, не знаю. Я сейчас с F5 с контра. А, вот, да, все, отлично, загрузилось. Маньяк, да, я попозже буду стримить. А ты не стримишь, Паш? Не, сейчас же, да, пока нет. А чё, я думал, ты стрим врубил. Да не, сейчас просто включать, там опять это все настраивать, включать, решил. Я побыстрее, чтобы потестировать, посмотреть вообще как. Давай.
Вот первую игру мы просто вот из-за того, что у тебя, получается, Теран был, а так бы мы победили изи вообще. Так что там какие-то парни были. Ну вот как бы вот последние две игры, это как показатель, чтобы было с теми первыми, если бы у нас были на наши расы. Может, они подгорят, как бы опять попробуют нас заснайперить. Возможно. Что-то немножко подольше в этот раз уже ищет, да? Да. Походу, не нашло. Так, а ты, Паш, у тебя стрим есть? Сейчас нет, не запущен. А, не запущен? Тут мне пишут передать, что не запущен. Значит, так и должно быть, ребят. Мелко, так давайте ищите, чего вы не ищете? Походу они других нашли, возможно, как вариант. О. Пошло. Теран протозеркало. О, момент. Зеркало? И все главное, да. Команды какие-то. Кстати, да. Что-то какая-то карта вообще интересная. Так далеко друг от друга находимся. О, да. Есть такие моменты. Но при этом она, кстати, вроде такая макрисная. Я, по крайней мере, смотрю, экспонт легко защищает. Ну да, у нас друг напротив друга тоже. Ну, мне, правда, зальется там. Ой, я от вас, получается, далеко нахожусь. Это типа соло там. И золото. Вот он без золота. А, вот Локи 7 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает, ничего себе. Яндек поддержал ваш канал на сумму 5444 рубля и сообщает, а тут такую штуку уже делали. Пека. Пробка разведку делала. Спасибо, Локи. Мне пока не делали. Тут зерга тоже, что и у меня только газ чуть похоже. Да, тату зерг играет. Так, что-то на следующему ехать, а я что-то тут болтаюсь. Достраивается. Нексус, что ли? Я не мог расставить, ребята. Кибернатка познала. Только, да, вообще. Ну, вообще жесть. Да, Нексус первый. Ну, дает. А здесь еще. Там сейчас Риппер к нему прилетит, будет ему весело, я здесь скажу. Фьюри. Опа, здесь Марика 2. Без Риппера. Будет им. Слава Делама! Ваши союзники вступили в бой. Уже три убийства у Рикера. Все, ну бат так. Хорошее начало. Думаю, это музей. Макро начало у ребят. Вот на второй базе пробочки есть, смотрю. Фига себе, зерк спорт. Ой, я же здесь могу на мейн запрыгнуть. Воу, я что-то в крампе иду.
уже напали. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь. Ладно, Вики вообще. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Вот он народу меня окружает. Отбегут сейчас. Блин, лингу, кстати, что-то дофига здесь, посмотри. Да. Сейчас я не смогу сейчас помочь. Не нужно ничего. Ваши союзники вступили в бой. Вон, кстати, едут. У нас как бы тоже вроде немало, так что норм. Берем с этим парнем. Что, идем на зерга убивать? А чё нет? Сзади здесь приростик двигается. Ваши союзники немножечко. Слушай, ну тут столько мяса в 3 на 3, да, жесть. Да. Это уже приятно. Я здесь, среди теней. Идем на остальных или пока? Я. Ваши союзники вступили в бой. Рано, планетарка там уже прям. Нифига себе. Тора тут. Я могу же своими рабочими сталкеров чинить, правильно? Ну да. Вроде во втором Старкрафте так можно. Сталкеров чинить именно? Да. Чего себе? Всех, но всех только жизни, да, получается? Щелк, да, 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 да. Ну в первом-то нельзя ничего такого было делать. Да. Надо бы попробовать. Раш сталкеры плюс рабочие, например.
Не, так то, точно делали так, я помню. Я знаю, что так, и здание вроде можно чинить там. Здание? Так, я быстренько сейчас буду. Хотя насчет... Ой, Дима, жена... Блин, вот это трэш не успел я. Думал, что подольше будет. Ладно. Ага. Мастер Вася. О, Милка. Ну все, месть будет моя страшна. Два Терана и Протос. Да. А в тот раз было два Протоса, да? Да. Кстати. Да, было два. Привет, всем привет, ребята. Что это за карта такая, да? Че это? Золотом что-то? Нет. Так с этой карты помакнулись. Хотя, подождите, мы не на островах ли вообще находимся? А, нет, но сейчас мы можем только поверху пройти, снизу камни. И застраиваю, блин. Стенку делаю. А, где все базы? А, погоди, где? А, вижу, вижу. Все, теперь понял. Да нет, пустая, чё. Газ, еще тиран и протус. Не, ну тут либо халявить, либо... Так, нексус, еще протус первый, походу. Угу. База союзников подверглась нападению. Ты не понимаешь, что здесь будет сейчас. Что-то же так, эта карта выходит, как-то странно. Там внизу пилон нас кто-то поставил. Кипер у меня, если что, тут... Ваши союзники отступили. Я норм, я норм. База союзников. Потом помню, что там если что, то вон. Два рипера, ну да, типа по одному каждого. Щедрые парни. Два рипера. Там ща вертиковый. Погнался за двумя зайцами. Ну, одного мы порешали. Внизу пилон, ребят. Дим, можешь продвинуть? Конечно, конечно, бегу. Сейчас тыл попробуем заслать. Кто там был наверху? А да, рипер, да? Рипер, рипер. Вот он, да. И сходим. Я адептиком могу помочь этим. Да, попробуй. Ну да и нет. Не знаю, во что они вообще говорят. Ой, здесь адепты. Бункер есть. Нет, наверное, бункер. Я не пройду. Нормально, зайду тут. Стимпак здесь било. Разработка завершена. Там сай рабочий.
Ваши союзники. Так, уже у одного терна есть Старфорд с реактором. Ваши союзники. Второго тоже есть Старфорд. Тоже с реактором. Так, там робо уже смотрю. Ваши союзники вступили в бой. Я выхожу из тени. Ваши союзники вступили в бой. Два дропа. Ваши союзники вступили в бой. Хорош. Ух, Марик, Марик, Марики. Тебе на мейн. Все норм дропнулся. Ко мне на натурал пробежал. О, ни хрена себе, у меня адепты. Ваши союзники вступили. Я бегу тоже вам туда помочь. Блин, что-то тут. Чудо тут наваливают. Нормально. Сейчас нормально. Мариков, Мариков, Мариков. Да. Хорош. Здесь мы вышли. Хорош. Так, адепты на майне. У меня тут, смотрю, что-то шатает. Вот адепты. А, у меня, блин. Добрый. Я убилась. Может, к ним-то пойдем? У них что, у них фигня вообще какая-то? У них нет, что я там рабов покрошил дарками, нормально. Думаю, что там не было. А снизу вообще к ним или через камни можно пройти? Через камни мы быстро камни убьем. Пойдем к ним. Там у меня просто гейт еще стоит. Он. Здесь. Для доваркиться. Пошел по танке ГГ. Ваши союзники вступили в бой. Там к нам на мейн. Дима, у тебя на мейне сейчас. Ой-ой, тут да. Есть сканчик. На второй у меня. На второй. Вот здесь вот. Спасибо. На мейн полетели. Ай-яй-яй. Чё-то дарки тут режут конкретно. Блин, у тебя есть там какой-то сын? Отца нету, блин, у меня. Где? Это у меня есть, я иду в шоку за юнити. Варприкос. Ваши союзники вступили в бой. Просто дарки топаны. Блин, вообще вырезают нечего. Мы все равно тут забрели. Вот так вот, я же говорю, вообще изи. Блин, ну такой замес, это жесть на самом деле. Везде вот тут... где-то что-то все мигает. Да. Оп, ни хрена нам, алмазы мы дали. Тир 3. Плохо. Так, ребята, буквально 2 минуты я сейчас буду. Давай.
Поздравьте нас с алмазом, а? Да, будем сейчас в мастер-лигу выходить, короче. Клаудиус, что мы соберемся и сыграем с чатиком, в каком смысле? То есть ты хочешь 3 на 3 или в какие-то другие игры? В игротеку, то есть? Антон Мельников, тебе тоже привет. Так. Своей игрой, в смысле Custom Games, так смысл, если сейчас... А, ну, не все могут попасть, понятное дело, так, ну. Просто так-то если... Так-то можно... Ну да, это... И не, 3 на 4, например, там. А, ну да, можно, типа того, как бы. Если только так, потому что, ну, даже там 3 на 5, по идее, можно, да, ведь, наверное, во втором StarCraft получается. А, кстати, да. Там же команду ставить, наверное, надо просто. Да-да-да. Вот. Можно такое замутить. Хотя, наверное, там здесь так карта рассчитана, что 4 на 4, и один человек у нас будет на нашей стороне. Да, да, это... Так, я пришел, поехали. Так, сейчас, поехали. Я предлагаю, знаете что? Чистить? Не, протосу вообще в воздух играть. В Оракл Фениксов, Тимпест? Не, можно просто в Масс Фениксов в начале там как-то. Мы все равно, в принципе, с тобой, Паша, сдержим любую агрессию, я думаю, Линги и Гиллионы. Ну, вообще, да. В Масс... Серега... Да-да. Ну, это можно продумать какие-то билды, ну, со скидыванием просто ресов кому-нибудь, например. Типа как 2 на 2 мы с Апером делали раньше постоянно. То есть, либо тирану в пиво, чтобы он, например, там 2-2 быстрое делал и масс-лимитом просто задавливал, как бы, в хлам. Либо, как бы, протусу получается, там, чтобы он что-нибудь делал. Я за. Можно что-нибудь такое поприкалываться, попридумывать, сделать. Нужно придумать. Ну, то есть один кто-то доет, получается, и скидывает, а остальные... А там через сколько минут можно скидывать? Сразу же. Не, сразу же нет. Сразу же точно нет. Ну, как бы, можно там на четвертый, по-моему, как-то так. Просто с авиацией, да, то, что мы играли, и авиация, конечно, просто очень сильная. Нам проблемы создавала, точно. То есть так-то можно, конечно, поприкалываться. То есть, и если, например, ты по авиации, мы, например, чисто землю берем. Хотя бы так, ну, для начала, а потом, например, со скидыванием денег. Да, ну, давай сначала без скидывания, просто типа ты в воздух. Ну, можно да, так попробовать, давайте так. У нас там получилось даже в последнем замесе столько наземных юнитов, что они по не сути. Не пройти. Да, не дамажили даже там много. Да, весь экран вообще. Я просто, вот, ну, если со скидыванием играть, да, это либо уже в воздух какой-то масс, а потом два догоняют, либо, ну, чтобы кто-то пушил. Потому что я помню, мы 2 на 2 играли, как бы, ну, вот, я делал, типа, авер мне со скидывал, 3 фаржи, 3 двойки грейды, и там мозги ты просто, ну, убивал. Но в итоге второй-то бесполезный, если дать дожить там двум до большого лимита, то в итоге, как бы, уже можно проиграть. Да, есть такой нюанс. Опа, тоже. Реваншончик. Пошел. Да, только тут Миро. Да, все три раза. Ну еще, конечно, от карты зависит, не знаю, и позиция. Вот у Поми, видишь, сейчас у Поми вообще сейфовая позиция, да, в теории? Да. Ну да. Но мне с одной базы, получается, придется, видишь, как бы все это строить. Ну да, тоже. Хотя с одной базы, если ты вообще будешь скипить, в принципе, все юниты в старгиты, тоже норм будет. Ну да, да. Не, можно, да, можно. Вообще мы играем, ну там типа 3 старгейта быстрых, там несколько грелок. Ну это прокси пуш, мы помню, играли такой подобный, ну. Здесь можно с двух начать с грейдами, например. Подожди, я не понимаю, куда тут ехать базу брать или что? Или справа, или слева, где? Ну справа, конечно, без камней получается. Слева. Слева камни мешают. Минус. Он далеко, да? Надо справа тогда только брать базы. Да, давайте все. Ладно, я через пул пока что сыграю, откроюсь так, типа более 17-й.
Я чуть быстрее 2 газа. Слифовенько. Знаешь, вообще, наверное, самое лучшее, это через Оракл, например, вот спонсор. Ну, я вот так как-то и хочу, чтобы к ним еще полететь чем-нибудь. Ну, а тоже вариант неплохой. Так, только где мне... А, ну ладно. А, тут камни, понял. Давайте просто лучше, да, где-то справа там экспанда, чтобы мы это все вместе там что дефали. Не могла. Могла только. Экспанд, короче, зерк играет. Пока что. Ну, что тогда есть? Сверху поставлю, чтоб. Блин, нифига, тут камни еще разрушаемые есть. Вау. Справа экспанда мы можем защитить, убив там камни вроде. Хотя они не полностью, но, блин, с карты. А, да-да-да, кстати, вон камешки валяются. Но снизу тоже там сверху, вот и вот здесь ага, камни, справа. А здесь а, разрушить разрушаем. Можно еще, да. Да-да, прикольно тема. Что там 50 секунд до скидывалки. Я пока так через один старгей. Да да, и паха, я тоже подбегаю потихонечку рингами. Ваши союзники вступили в бой. Там сталкер битер. Третий раз зажал, убил. Хорош. Союзники вступили в бой. На Марике. Ты ищешь совет? Ваши союзники вступили в бой. Мана вообще. Забежали. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Там линги пах. Да, вижу. Ох, ни хрена тут линги. А, да, я это не уведу. Я, знаешь, вижу только 6 лингов и бегаю, думаю, да что там такое вообще? Изи. Ваши союзники вступили в бой. Хорош. Бывай с плашиком. Давай, да, молодцы, хороший пилон. Одобряю. Блин, ракул полетел, полетел. Давайте хатку, может, эту забьем. Давай. Да-да. Сейчас бы мне бы уже скидывания не помешали бы, если мне... играть во что-то такое. А тут и дом. Все окей, без скидывания. Так немного скинул. Ага, ага. Как раз мне газ, сейчас пилончики добавятся. Ваши союзники вступили. Пойдем, включаем. Может, про такое море? О, нифига себе, что-нибудь. Да, я так говорю, случайно не полетел сюда, а он таки полетел. Они тут на всех базах, получается. Оп. Марики грелок убиваю. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. У меня дарк на мейне. Я тоже. Епа, красота. Я домой побежал. И там мутер летит. И у меня дарк на мейне, пацаны, короче. База атакована. Тапщики, да?
Я пока что оверсирую. Если скан есть, ко мне вообще пташки бы было бы. Сейчас, давай сейчас тебе кидаю. Алякщики, нет? Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Нам надо вот, вот сюда, к этим базам пойти, законтрить бы их как-то. Давай, Паша, мы поднимаем эти депошки и поехали туда. Вон, смотри, сталкеры. Сталкеры какие-то? А, ерунда. Кому-то. Ну, вместе пойдем, мы туда, наверное, здесь ничего не делаем. Ну да, скорее всего. Вон, смотри. О, хорош. Листо. Спандали на мейн? Давайте на мейн. Сейчас прилечу, тоже что-то я сюда полетел. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Прессуют немного, конечно. Там на мейните? А не, минки, на третью меня убили там в основном. На мейне тут такое. Нормально. GG. Так, ну че, Сереги 1-1 апгрейд на грелке. Нормально. Жесть вообще. Кто-то не сдается, там боец какой-то у нас завелся. Мута какая-то еще здесь. Че не хотят? Будет, как же с ним. Оп, хрена нас быстро, да, так? Сразу. Оп, нормально, два, да. Вторая. Хорошая тенденция. Да, неплохо. А, здесь же еще тиры есть, я думал, уже в мастер кинули. Если так пойдем, то скоро кинут. Ну прикольно, конечно, когда дарки забежали, я что-то немного труханул, думал, что можем и проиграть так. Ничего себе, протас два рандома. Нифига себе. Да. Жесткач. Я начну через быстрых гиреонов. То есть будет 6 риперов, например, каких-нибудь. Дезодорант невидимый. Это первая карта, которую с ним играли. Ну вот карта такая непонятная. Сейчас нахожусь на том респекте, где ты видимо ходил. Аргум. Думаю, что тут делать, брать мне. Да бери, я не знаю, ты там далеко, нет? А, ну тебе, да. Я это сделаю. Не, бери. Да, да, да. Здесь золото, кстати, свободное. Тоже, смотрю. Да, было бы выгодно взять тебе золотишко. Сейчас через гейт уже запилил. Придется через гейт. У меня овер, зерк, короче. Да. Зерк. Thank you.
Угу. Тоже нагловато, походу, играет. Да, ну, через базу, по крайней мере. Собачка, королевка. На голде стяжку достраиваю. Тоже ТЗП. Рипер полетел, если что. Рипер тебе? Да. Ну вот, видишь? Я повешу его, нормально, нет? Да, да, я без проблем вообще. Давай сейчас с ним попробуем. Ваши союзники вступили в бой. Его потерял. А, понятно. Нужно идти убивать, я так понимаю. Зерга или зерга? Да, наверное, зерга. Хотя там у терна ничего не должно быть, у него там халявное золото. Союзники вступили в бой. Ох, блин, эти рабочие. Подожди, подожди, бегу, 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 бегу. Хотя тут тоже линги, правда, сейчас будут. Блин, такой все бито, ёпара, ты сказал. Я оракулом разве что помочь могу? Окружайте адепт, сейчас оракулом помогу. Ваши союзники вступили в бой. И вперед еще. Пойдем бейлинги. Там еще баллинги же остались? Тут, ну, тут я новых убиваю. Нет, те нет. Это Акзергу поеду убивать, убивайте. Ваши союзники. Да, я уже там, да, может. А, ты и Зергу уже? Ну все, вот что-то все. Ну да. Ваши союзники вступили в бой. Изи пизи. Ваши союзники вступили в бой. Призматический. Здорово. О. Все норм. Ну да, быстро так дело. По 59 поинтов. Чик-чик. Нормалек, нормалек. Так, что-то тут реклама поперла. Так, рекламку надо, ребят, пильнуть бы, а то. Давай, пиляй. Долгие экстремальные перегрузки. Уже полтора часа не было, блин. Непорядок. Ну вот я думаю, что надо, ну, двух тиранов можно давить быстро.
Ну, если... Не, если идти, так всеми, всем тогда. Либо уже в развитие играть получается, как бы. Ну, это да. Не, ну если делать не тригейт пуш, там, одна базовая баллингбаст и каких-нибудь два барака рипера, такой темы, я думаю, ну. Ну да, но я думаю, пока так, ну. Не самые сильные отбиватели олл-инов идут. Поэтому мы... Поэтому... Так, не слышно. А, сейчас, погодите, ребят. Все, я звук вырубил. Просто пока реклама была, все включил назад. Так, а что у нас? А, уже 48, я, ну, последнюю вы там еще будете потом играть-то позже, кстати говоря. Я бы не против. Ну, просто там, ну, смотря, я, правда, насколько позже, да, потому что Starline, да. Там, когда кончится я хз, там все-таки часа 20 пойдет, наверное, это все дело. Ну, туда спишемся, я думаю, туда спишемся. Угу, угу. Да, давай так и сделаем. Ай-яй-яй, что я творю? Отменил Stargate случайно. Ваши союзники вступили в бой. Ой-ой-ой! Обратно. Ладно, оставляй сначала. Оставляй нас. Блин, тут еще два от других. У этого я... Блин! Да, косяк, жалко. Если ты не скликнул, там будет полегче. Да свершится правосудие. Ваши союзники вступили в бой. Феникса, три Феникса. Гола, я что-то играю, как будто там два Терна, что-то и... Там три Феникса или это? Феникс, да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, пытаюсь уйти, не ухожу. Минкю бы копнуть, а, все, ушел. Союзники вступили в бой. Да, надо отдаваться или че-че. Кстати, это Фениксы, походу, со скидыванием обычно их играют. Блин, вот это, конечно, да, прикол. Я думал, что мы 2 на 2 играем. Два тира на 2. Начнем же. Вон они, Фениксы, лета. Нам отведено мало времени. Ваши союзники вступили в бой. Еще Фениксов настроили, думали, Оракул не пролетит. История так сидят, блин. Ну все, налетался. Ой, там по земле что-то идет. Нифига там с танками идут. Давайте, да, давайте. Блин, я только-только Феникса вступили в бой. Давай, я забегаю. Го-го-го-го-го, я на танке. Там сейчас минка. Хорош, вообще захнуло. Царскими. Да что-то там много, да, много. Ваши союзники вступили в бой. Попадаем, что ли? Наверное, да. Да-да-да, пойдем.
Давайте, давайте. Блин, пенится к нечем прикрыть, не правда. Ну ничего, если что, я тут вот под крепу убиваю. Что-то Марик. Это Марико пришло. Да я и говорю, да. Что-то много там всего, аккуратнее, ребят. Блин, я пилон здесь не запилил. База союзников подверглась нападению. База союзников подверглась нападению. Короче, надо терпеть как-то жестко, блин. Так и сделаем, что делать. Телепортация завершена. Там фениксов-то не понимаю много. Очень много что там. Там вот один, походу, скидывает, да? Не знаю, но у меня тут нормально со всех сторон. Блин, да. Давай, может, на танке попытаемся медевать. Ого-го, это нормально. Так, надо. О, хорош, хорош, тащи. Шпили, живи. Все по красоте. Вообще по красоте. Все, отбили артиллерию. Ваши союзники вступили в бой. Поле истребления. Где скрываются наши враги? Весело, два терна, конечно, да, жестко. Ну это все, надеюсь, с одной базы. Надеюсь, правда. А, я думаю, что я королеву не могу заказать, у меня пула нету. А типа, смысле. Ваши союзники вступили в бой. Остало. Телепортация завершена. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили в бой. Во имя Сиранек. Хрена себе, он борзевший. Че следует за ним? Ну, блин, это у них карман же. Роб, аккуратно, да, медивак красный. Хорош. Я с крафтерами помогаю. Аккуратно тамарики только. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Нормально, нормально, нормально. Вот тамарики. Завершена. В таком supply блоке это жесть. Supply тебе помощь. Месторождение минералов истощено. Телепортация завершена. Поле из... Направляем. В принципе, вот при игре фениксов я могу и ресы кому-нибудь скидывать часть, блин. Потому что мне все равно как бы только, ну, часть остается. Налево пойдем, там экспанды наказывают? Да. Давай, потому что я буду скидывать. Окей, давай. Чтоб меха больше было. Тут интересно. Телепортация, разработка завершена. Телепортация завершена. Ваши союзники вступили. Нормально. Сиранек, район. Настало время битвы. За крыльев правосудия. Скорее. Атакуем? Ну да, вот и что. Союзники вступили в бой.
Они вообще даже не выходили, но... Так, подниму танки. Ой, по аминка жахнула, ну ладно. Что не вышло? Нормально. Ну почти. Оп, сразу в тир один. Тик, норм. Быстренько. Ну чё, ребят, я на Starline тогда пошёл, раз уж запланировано. Да, если будете ещё играть, то тогда... Ты напиши, когда закончится Starline. Хорошо, хорошо, давай, конечно, напишу. Ну, я думаю, ориентировочно, часа два, может, чуть больше. Вот. Ну да. Как-то так. Ну всё. Нас... Давай, удачи, там спишемся, созвонимся. Да, 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 хорошо, всё. Всё, ребята, давай, счастливенько. Так, ребят, ну что, расстаемся с Димагой, с братком. Нас некоторое время, может, они еще будут играть, так поиграем попозже. Интересно было 3 на 3 так покатать, конечно. А сейчас я сделаю стоп-старт, и мы будем смотреть Starline.